Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем трансляцию матча «Строитель 1» Бугульма. Команда Бугульма сегодня в гости в черно-красной форме. Кто у нас на трансляции? Еще никого не присутствует. Был один. Звук идет, не идет. Есть кто-то? По звуку скажите, есть звук? Напишите плюсик. Прозвучали кричалки команд. Команда Бугульмы начинает первый тайм, свисток. Стартовый состав. Команда «Строитель». Минеев, Загайнов, Беляев, Сафронов, Иванов, Ахимов, Якубов. И в воротах Ефимов, Максим. Загайнов перехватывает сейчас в центре поля. Дальше передача на Якубова. Подача в штрафную. Высоко мяч летает, не дотягивает сейчас Беляев. Сафронов. Иванов, хорошая передача на Якубова. Сохранить через вратаря. Ефимов, хорошая передача получается на Минеева по правому флангу. И угловой должен быть сейчас. Угловой. Нет, рефери показывает все-таки отворот. Беляев не дает сейчас по своему флангу пройти сопернику. Наш игрок. И команда Бугульмы открывает счет в матче. Вместо Сафронова Алина Була появляется на поле. Прорывается по левому флангу. Передача на Минеева. Якубов. Не получается, что Данира развернулся. Через защиту сохраняет мяч. Загайнов сейчас Артем с мячом. Мяч продолжает. В центр на Минеева. Скидка на Иванова. Обратная передача. Перехватывает сейчас защитник. Ефимов первый на мяче. Перевод на Якубова. Теряет Данил сейчас мяч. А вот в пользу команды Бугульмы. Гоняет сейчас. Неточная передача сейчас на Якубова. Перехватывает Якубов. Хорош. Выходит Якубов от трех защитников. Врывается в штрафную. Передача. И защитник сейчас Беляева с ноги снимает. Сейчас выиграть верховой мяч.
и через вратаря сохраняет нашу команду. Опасно сейчас рикошет, и команда Бугульмы в атаку бежит. Передача, даже не передача, это больше удар все-таки. Ефимов реагирует сейчас. Попытка навеса, Иванов. Ховой мяч сейчас выигрывает. Перехват у Сенсати, команда Бугульмы. Подача штрафную. Беляев бежит вперед. Есть у него простор. Передача на Минеева. Не успевает Минеев. Якубов на заложенном замахе убирает. Защитник страхует своего партнера. Команда строит. Штрафной использует команда строитель. Беляев неточную передачу делает. Ефимов сильно вперед выносит сейчас. Зацепиться Минеева. Защитник команды Бугульмы выбивает в аут сейчас мяч. Иванов перехватывает, далеко отпускает, и команда Бугульмы сейчас. Дальний удар, и Ефимов сейчас переводит мяч на угловой. Женя в центр, наверное, его. Обратная передача на Загайнова. Иванов. Да! И под перекладину Иванов. Артур сравнивает. Хорошая комбинация. 1-1. Беляев первый на мяче. Ефимов вступает в игру. Быстрый розыгрыш. Опережает игрок Бугульмы сейчас. Беляев. Царапает мяч. Слезает сейчас мяч. Отворот. Вместо Беляева Сафронов Саша появляется на поле.
Иванов не смог сейчас обработать мяч. Доброс на Минеева. Не бежать этим мячом. Увидел забегание Минеева сейчас, и Минеев подачу штрафную и в свои ворота. Чуть защитник сейчас команды Бугульма не срезал. Забирает Иванов сейчас мяч. Сафронов на Минеева, обратная передача на Сафронова. Перехват инициативы с команды «Строитель». Можно играть, нет свистка. Хорошая передача на Якубова, не успевает. Вот, используется команда Бугульма. Ну зачем? Еще один аут. Якубов обыгрывает одного. Передача в центр на Загайнова. Загайнов разворачивается. Сохраняет мяч. Нет, сейчас продолжение. Якубов. Перевод на Халимова. Халимов. Очень неточно сейчас Халимов прощает команду соперника. Сафронов с мячом. Хорошая передача на Загаева. Якубов. Вперед в центр. Чуть раньше передача в центр на Загаева. Сафронов свернулся, отобрал мяч. Минеев с мячом пока. Загайнов. И через дом сохраняют сейчас наши игроки. Загайнов есть простор разбежаться, делает передачу на Якубу. Якубу дальше. Иванов. Иванов, дальний удар. Штанга. Хороший плотный удар сейчас Иванова, но надо отметить игру вратаря команды Бугульма. Перевел он мяч в штангу. И угловой сейчас первый стандартный. У наших ребят. Минеев будет подавать. Подача. Иванов, удар! И рядом со штангой мяч сейчас пролетает. Это сантиметров сейчас Иванову не хватило для дубля. Не срывалось. Да.
Халимов первого мяча. Беляев по правому флангу. Передача в штрафную. Не успевает Сафронов. Ставит корпус. Иванов. В центре только соперник. Халимов. Открывает удар. Иванов здорово страхует. Довольно-таки низко команда Бугульмы сейчас играет. Беляев. Загадит. Передача на Иванова. Скидка. Отворот мяч будет сейчас. Ефимов заброс на Минеева. Минеев обработает передачу. Макс, пойди сюда. Загайнов здорово перехватывает. Дальний удар. Не стал сближаться Загайнов. Перехватывают наши ребята. Иванов с мячом. Передача на Сафронова. Сафронов подачу в штрафную. Хорошая передача на Минеева. Минеев не использует сейчас Минеев стопроцентный момент. Мимо ворот сейчас наносит удар. Плюсик поставьте, пожалуйста, звук идет. Напоминаю, счет по-прежнему 1-1. Идет первый тайм. Халимов.
Минеев. Беляева. Забегание пас с пяткой. Минеев. Подача в штрафную. Загайнов не попадает по мячу, играет сейчас рукой. Дим, спасибо. Команда Пугульмы. По левому флангу сейчас. Отворот. Вместо Сафронова Якубов на левом фланге сейчас появляется. Ефимов сейчас ошибается. Якубов. Далеко отпускает сейчас Данир мяч. Халимов здорово прерывает в падении сейчас. Хорошая передача на Якубова, проходит, передача в касание и угловой. Зарабатывает сейчас команда «Строитель», Минеев будет подавать. В центр штрафной, Иванов сейчас ждет передачу. И опять не попадает сейчас по мячу. Еще один навес, Минеев, вне игры. Вместо Иванова на поле появляется Карапетян Малик. Нет, уже все не дал. Один в свою зону, на свое место иди. Эй, отдаете мяч. Начинайте атаку и... Небеляев вынуждает защитника выбивать мяч в аут. Сохраняет мяч. Передача на Минеева. Минеев удар. В перекладину попадает сейчас Минеев. Загайнов. Минеев удар. Падает при ударе сейчас Николай. И получается у него удар. И команда Бугульмы пытается сейчас в контратаку выйти. Халимов. Аут в пользу команды «Строитель». Беляев будет сейчас забраться на Минеева. Случает сейчас стенку, Беляев с Минеевым, Беляев подача, Якубов сейчас пробегает мимо мяча. Невольно с Халимов вступился, он исправляет положение и в подкате выбивает ваут. Thank you.
Тиан не дает сопернику развернуться. Якубов. Передача на Минеева. Минеев. Дача из Беляев для продолжения. Не доходит передача. Меньше минуты, по сути, осталось. Карапетян, Загайнов. Загоняет сейчас Загайнов, два защитника у него на плечах. Доходит мяч до Беляева. Беляев, здорово! Минеев! Ну, наконец! Наконец-то! Все сейчас Беляев 1. Сделал для Минеева. 2-1. Команда строителей выходит. Надо отметить здесь шикарный пас Беляева. И свисток. Первый тайм окончен. Появляется команда на второй тайм. Напоминаем, счет по-прежнему 2-1 в пользу команды строитель. На последних секундах вышли вперед наши ребята. К авторами голов являются Иванов Артур и Минеев Николай. Уже сейчас! Уже! Помогай! Уже говорю! Свисток, и второй тайм начался. Готов сейчас Минеев передача. Карапетян. Есть простор. Игрока команды Бугульма. Удар. В дальний угол сейчас. Зацепился Минеев за мяч и подарил его сопернику сейчас. И выход 1-1. Ефимов. Здорово, здорово Ефимов сейчас. Здорово Ефимов сейчас сохраняет свои ворота. Своевременно вышел, подстраховал защиту. Ну, и надо отметить хорошую передачу игроков. И прощают игроки Бугульмы сейчас нашу команду. Карапетяна на поле появляется Иванов, и Минеев будет подавать сейчас штрафной. Я прошу прощения, головой подача. Давай,
боковой. Ворот. Беляев подачу штрафную, и от защитника сейчас мяч покидает пределы поля. Еще один угловой будет Минеев подавать. Перекладина, сейчас Минеев попадает. Загайнова увидел, есть Загайнова сейчас простор. Отличная передача на Беляева. Некому сейчас замкнуть. Что-то рука что ли была? Классная игра. Один! Забегайте кто-нибудь, блядь, холодный дом.
Защитники меняются местами. Лагайнов корпус сейчас выцарапывает, толчок в спину. Удар. Нет, никого сейчас на добивание. Хороший плотный удар получился у нашего игрока. Якубов здорово с Минеевым разбегаются. Загайнов. Шикарный прием от нашего тренера. Терял из виду сейчас мяч. Иванов перехватывает. Загайнов. Передача на Иванова. Попытка дальнего удара. Не получился сейчас. Лежит на поле сейчас наш игрок. Сможет продолжить. Будем, а пока бежит в атаку. То есть с моментом. Возвращается Иванов. Беляев. Получается, Загайнов по ногам. Вместо Загайнова Карапетян маленький появляется на поле. И вместо Якубова появился Сафронов на поле. Штрафной. Дальний удар. И в девятку Минеев. Хет-трик сегодня делает. 4-1. Четко в 9 сейчас Минеев попадает. Четко.
Довольно-таки высоко наш сейчас прессингует. Беляев с мячом. Минеев. Петян первый на мяче. Минеев, есть простор. Нет, защитники все-таки успевают выбить мяч. Карапетян оттесняет. Сейчас Карапетяна корпусом вступает маленький единоборство. Иванов, хорошая передача на Сафронова. Сафронов, передача под себя и некому сейчас. Нету второго темпа для атаки. Халимов, здорово. Беляев добегает. Отворот. Иванов, Загайнов появляется на поле. Карапетян спускается в защиту. Сафрон, ты стоишь! Сафрон! Ты стоишь там скрытым! Не ожидал сейчас Сафрон в такую скрытую передачу. Якубов появился на поле у нас. Минеев. Не понял, что с Якубов задумка Минеева. Довольно хорошая задумка была. Карапетян. Не точно. Он Сафронов. Только же было. РФ показывает, можно играть, видел он ситуацию. Теряющий Загайнов в центре мяч. Алим. Почему их от него ушло? И отворот получился. Слушай, тренер держит.
вышел из положения. Все, у нас еле сейчас игроки Любимова. Сам же Артем сейчас справляет. Передача на Минеева. И не прошла сейчас Азаганова, передача на Сафронова. Халимов вступает в борьбу. Передача в центр на Минеева, Минеев на Сафронова. Сафронов от себя. Карапетян. Сохраняем. Якубов с мячом. Хорошо Якубов сейчас на пятую точку роняет финтами соперника и не проходит передача. Сафронова Беляев появляется на поле. А вот есть возможность сейчас подышать. Остается у нас около 5 минут. Минеев попадает в перекладину, не стал сближаться. Была возможность у Минеева войти в штрафную. Вместо Карапетяна появляется Иванов. Калимов первый на мяче. Загайнов. Беляев. Ракидыч на ход Беляев и в подкате у него. Коля! Забегание Якуба. Блин, очень неточно сейчас. Около 3 минут у нас остается играть. Ну и начинает вставать команда соперника, спускать уже ошибки. Это вы не можете принять на это сейчас, или что, я не пойму. Кубов хорошая передача на Иванова и не дает сейчас Артуру. Вот если бежал за пивом. И Минеев будет подавать с угловой. Yeah.
ближе к нему. Артур, зачем ему отходить-то? Ранее, мяч. Наши ребята. Ближе, ближе. Артур, отскакивай, Артур. На Беляева. Беляев врывается в штрафную. Передача под себя. Блин, ну, что там было? Не стал Минеев сейчас. Закончилось. 4-1.